Это по поводу того, что я тебя ждала на берегу. Да. Ты так и не пришел, а да? Я опоздал. Капец. Вот. Вода тепленькая? Видео сорвалось. Вода уже больше, чем надо, наверное, даже теплая. Сколько примерно? Я не похожа на градусник. Ну ты понятно. Понятно, что ты не похожа на градусник. Ну примерно. Ну, скажем, 16,5. Ну ты долго купалась? Да. Ныряла? Я очень долго купалась, очень долго ныряла, да. Бультыхала ножками, ручками, да? Ручками, ножками, все как надо. Завтра еще поедешь? Поеду. Если будет хорошая погода, будет хорошее море. Если Мишка будет хороший? Ну, Мишка, ты хороший? Мишка, все, Мишка вообще сбежал. А чего это он так? Он тебя боится? Ты его ругаешь? Сил вообще. Вон он. Вот где-то мужик твой взял и сбежал. Ну, конечно. Ты не снимаешь случайно? Не снимаю, конечно. Выключаешь. Зачем? Нет, перестань. Ну, давай, передай привет жителям сайта, которые не успели таки увидеть тебя, купающуюся в море. Пока. Пока, да? Ну, да. В общем, Сандро всех вас подвел. Я сволочек. Завалил всю операцию, боевую, да, так что да. Извините, я уже не могла больше ждать. Ну, в следующий раз. Ну, да. Хорошо? Угу. Всем привет. Всем привет. Пока-пока.